Русский рок неразрывно связан с байкерским движением. Ну а настоящий байкер в своей жизни должен сделать три вещи. Посадить дерево, построить дом, плюнуть на все это и уехать с друзьями на рок-фестиваль. Итак, представьте, начинающие байкеры собираются на первый свой рок-фестиваль. Ну ё-моё, Дима, во что ты вырядился, а? Ну ты же мне сказал что-нибудь из кожи купить, я и купил. Ты бы еще плетку взял. А я взял. Так, сними все это. Блин, сколько можно ждать? Сатана, выходи! Ну что вы орете? Вы что, издеваетесь, что ли, а? Что за прикид? Почему с ведром? Да я жене сказал, что мусор пошел выбрасывать. Она что, только под этим предлогом выпускает? Ну еще когда дом горит. Ну ты и слюнтяй. А, слюнтяй! Не называйте меня слюнтяй! Не брал бы фамилию жены, не был бы слюнтяй! Ладно, парни, нет времени, поехали! Парни, парни, а куда мы едем? Дима, куда могут ехать три брутальных мужика в коже? В гей-клуб? Дима, мы байкеры! Фу, слава богу! Тормозим! Смотри, какая! Молодые люди, вы не могли бы меня по математике погонять? А то я еще раз хочу попробовать поступить. Ну, давай. 7 7. 49. 150 на 2. 300. 150 на 3. 450. Я умножение на 150 отлично знаю. Ладно, удачи при поступлении. Счастливо, давай. Что еще? Да, дорогая? Ну, просто на районе свободных мусорок не было. Я хожу, ищу, да. Угу. Че ты с ней сюсюкаешься, а? Настоящий байкер должен вот так с женщиной разговаривать. Да! Короче, когда я домой приеду, чтобы борщ на столе стоял. Со сметаной! Я сказал борщ! И ложка, чтобы рядом лежала, чтобы я за ней не бегал. Поняла? Да, жестковат ты, конечно, с бабушкой. Да она по-другому не слышит просто. Парни! Парни! Ну раз уж остановились, может, поедим? Я курочку взял. Яички. Костя, какие яички? Мы байкеры. Яйца! Поехали. Ой-ой-ой, мужики, давайте здесь поаккуратнее поедем. А чё так? Да поговаривают, здесь какая-то чертовщина происходит. Едешь 60 км в час, а на радаре 120. Госслужба! Охотники за превышениями! Что, нарушаем? Да мы нормально ехали. Разберемся. Значит так, вы имеете право на один звонок на адвоката. Блин, я же учил. И на переводчика. Что, будем оформлять? Да не, мы вас отпускаем. Фу. Спасибо, мужики, а то я оформление вообще не помню. Счастливой дороги. Удачи. Мужики, смотрите, автобусы с эмблемой рок-фестиваля. Походу Ленинград будет! Походу ария будет! Походу дело Махач будет! Поехали быстрее! Погнали! Парни! Смотрите, чувак голосует! Может, подбросим его? Давай не будем. Фиг знает, за кого он голосует. Ну да. Слушайте, а может, остановимся и по пивку? Так мы же если по пивку, то не остановимся. Парни, а давайте кто круче?
Давай! Давай, смотри! Мы, походу, заблудились. С чего ты взял? Да дорога не та. А. Алло, да, дорогая? Где я? Да где-то в лесу. Ну как, хреново. Грустно, холодно и есть нечего. Ну да, я тоже сразу нашу свадьбу вспомнил. Смотрите, настоящий байкер! Здравствуйте! А вы тоже на рок-фестиваль едете? Да. А где вы сделали такие классные татуировки? А это не татуировки. Это меня собака покусала. Красиво. А дайте какой-нибудь байкерский совет. Запомните, байкер байкеру, брат, всегда поможет. Дайте 100 рублей. Держите. Дайте 100 рублей. А вы быстро учитесь. А не подскажете, как на рок-фестиваль проехать? Так вы на него уже приехали, отдыхайте! Да, ну что, вы готовы к трехдневному марафону? Да! Тогда погнали! Разбежавшись, спрыгну со скалы! Спустя 2 часа. Поход дел только мы с рулем приехали. Кто заказывал трезвого водителя? Я вас нашел, но я вас подвел. Слушайте, а классно, что мы на фестиваль приехали, да? Да. Парни, здорово все-таки, что мы стали настоящими байкерами. Да. Парни, а давайте в следующем году тоже на рок-фестиваль приедем. Да, давай. А давайте на мотоциклах. Да. Давай, отлично. А давайте с женами. А давайте без Кости. Ну как без Кости? Кость, да конечно с тобой. Да. Мы же теперь банда. Мужики. Знаете, а мне кажется, что наша домашка понравится Владимиру Владимировичу. Костя, какому Владимиру Владимировичу? Он же байкер. Путину! Наша с вами жизнь, это дорога, даже если вам...